Братья и сестры, президент Монсон предложил мне представить вам имена высших должностных лиц и региональных представителей кворумов 70 церквей для поддержки голосования. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений, и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Бениона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Те, кто «за», могут показать это. Те, кто «против», если таковые имеются, могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Мэрина Нельсона в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума: Рассела Нельсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Эндерсона, Рональда Расбанда, Гэри Стивенсона и Дейла Рейланда. Те, кто «за», покажите это. Те, кто «против», покажите это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто «за», прошу показать это. Те, кто «против», если таковые имеются, прошу показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили стейшн Дэниела Джонсона, Жаира Мазагарди, Кента Ричардса и Франциско Виньеса от призвания представителей высшей власти церковь и кворумов 70 с благодарностью за выдающееся служение и присвоили им статус почетных представителей высшей власти церкви. Мы признательны за служение стейшена Пэра Малма, который ушел из жизни 26 июля 2016 года. Выражаем свою любовь и искреннее соболезнование сестре Малм, а также их детям и внукам. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их замечательное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили Алана Уолкера от призвания регионального представителя кворума 70. Желающий присоединиться к нам в выражении признательности брату Уолкеру за его служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве региональных представителей кворума 70. Пхану Харананди и Сандина Романа. Всех, кто «за», прошу показать это. Кто «против», если таковые имеются. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Всех, кто «за», прошу показать это. Тех, кто «против», если таковые имеются, прошу показать это тем же знаком. Президент Монсон, результаты голосования учтены. Мы предлагаем тем, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, обратиться к своему президенту Кола. Братья и сестры, благодарим вас за непрестанную веру и молитвы о руководителях церкви.